Я вообще в шоке. Вот сейчас расскажу, я хочу, чтобы зрители услышали. Это просто, ну, цинизм. И на месте Банковой я бы уже, ну, выгнал, срачей надавал публично и так далее. Все знают, какая трагедия произошла в Полтаве. Момент прилета исполняющей обязанности міського голови мера Полтави Катерина Ямщикова, это депутат от «Слуг народа» местный, находилась в Париже. Что? Но, может, она там была якобы в командировке. Может, и была командировка. Но что делает глава любой общины? Нормальный, адекватный, при памяти, если случается трагедия. Он прерывает командировку. Ну, из Парижа вернуться меньше суток надо в Киев. Долетел до Варшавы. Там пересела на авто и в Полтаву. Логично. И на следующий день проводят совещание. Потому что людей там же... Очень большое количество раненых, очень большое количество людей, которых надо расселять, которым надо помощь, ну, надо заниматься и так далее. Более того, по Полтаве были еще удары, там не было жертв, там была инфраструктура, но все же. Значит, мадам вернулась в Полтаву позавчера. Интересно. Ни на второй, ни на третий, ни на четвертый, ни на пятый. Похороны идут. Все. Мадам вернулась. Они в Парижах были. Они там это... И Банкова на это смотрит. Ну, ребята, я ж, ну, меня с натяжкой можно назвать сторонником этой власти. Но я скажу так. В такое время я государственник, я люблю Полтаву, да, моя родина Полтавщина. Введите военную администрацию. Если у вас среди депутатов все дебилы, которые во время войны, во время трагедии в Парижах нах сидят, введите военную администрацию. Ну не может же так быть, как происходит сейчас в Полтаве. Ну, это просто люди в шоке, люди. Обращение видео не записала, где-то в отеле стала на фоне стенки и записала обращение с сочувствием. Обращение наших политиков там. Нет, так, а тут даже обращения, понимаете, нету. Тут просто, ну... Ну, я в Парижах, кофе, шампанское, устрицы, то все. Зачем исполняющий обязанности мэра Екатерина Ямщикова Полтавы? Я хочу адресовать этот вопрос и главе военной областной администрации Пронину, и главе офиса президента Андрею Ермаку и, собственно, Владимиру Зеленскому. Ну, в конце концов, ну... Прекратите это издевательство над городом. Игорь Владимирович, Украина вышла из Стамбульских соглашений с Россией после консультации с американцами. Следует из слов бывшей замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Она заявила, что США и остальной Запад никак не участвовали в тех переговорах и не были в курсе, что там происходит, но на определенном этапе Киев обратился за консультацией к западным союзникам. Ну, он не говорит прямо, что они не одобрили эту сделку, но, судя из ее слова, Украине она, по мнению США, была невыгодна, потому что ослабляла Киев в военном отношении. Турки предложили площадку, и нас даже не было в комнате. На самом деле мы были не очень осведомлены о деталях сделки, но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. Ну, он говорит, Путин мог получить эту полностью кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок. Украина, по сути, была бы ослаблена как военная сила.
При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить, от нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение, поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась. Но мы понимаем, что политики на пенсии, у них очень часто развязывается язык, и они зачастую говорят то, что они думают. Но вот это заявление Виктории Нуланд о Стамбульских соглашениях, которое прозвучало после выступления Путина на форуме во Владивостоке, он опять же упомянул, что Россия готова говорить о переговорах с Украиной в контексте Стамбула. Вот это заявление, о чем оно свидетельствует? Свидетельствует только о том, что эпоха Байдена уходит? Смотрите, эпоха Байдена уходит, это однозначно. Я вообще не понимаю, план победы ему везут. Он там хромой на обе ноги, крыла, хвоста и вообще. Уже, я думаю, он не руководит даже своей собственной администрацией. Но тут надо обратить внимание, я уже говорил, и еще раз скажу, надо обратить внимание на несколько концептуальных моментов. Почему правду о содержании, о том, как проходили стамбульские переговоры, о содержании документов мы узнаем от Нуланд, западной прессы, от россиян? И только один раз глава подтвердил эту информацию, глава делегации, я имею в виду Дэвид Браун, подтвердил информацию о содержании переговоров. Сейчас идет борьба о том, какую группу сформировать переговорную. Внутриполитическая борьба в Украине, каждый хочет там себя видеть, чтобы получить какой-то политический дивиденд, в случае, если эти соглашения, состоятся, да? А у меня вопрос. Не первый раз, не сейчас. Никто не хочет посоветоваться с украинским народом. Никто не хочет выйти к людям и сказать, а какие рамки соглашений допустимы для вас, дорогие украинцы? А хотите вы мира или продолжения войны? Это два. На какие уступки мы можем идти? Это три. Более того, смотрите, я скажу вам так. Парламент потерял абсолютно свою субъективность. Сборище людей, подобранных на помойках. Ни больше, ни меньше. Они не ходят туда, они не вызывают туда министров, они не требуют отчетов. Комитет по иностранным делам, нацбезопасности, обороны, позовите эту переговорную группу, да, посадите, задайте вопросы, разберитесь. Я такого в нашем парламентаризме еще не видел. Но что мы хотим? Если та же нами уже, мы вспоминали депутат Устинова, она больше в Америке, чем в Украине. Что мы хотим, если депутат от моего родного города, от Лубен Полтавской области, Анастасия Ляшенко год не ходила в парламент, даже больше. Год не ходила в парламент, даже больше. Ну и в предыдущих созывах такое было. Послушайте, да, мадам вышла замуж. Да, мадам народила ребенка. Но если ты хочешь посвятить себя семье, сложи, пожалуйста, полномочия, занимайся семьей и все. Почему во время войны женщины сейчас, родив детей, ходят на работу, а ты зарплату получаешь, но в парламент не ездишь. Тебя не видят ни в комитете,
ни в парламенте. Вообще решила замаскироваться. Вот на Википедии Ляшенко, на сайте Верховной Рады это поменяла фамилию Шептифрац. Это, наверное, чтобы не узнали, не били. Но другого объяснения у меня нету. Понимаете, вот эти ноунеймы, они заполонили парламент, они отдали субъективность парламента банковой, правительству и тому подобное. Они не понимают вообще, что такое парламентский контроль. Увольняли министров недавно, вы же видели? Мы с вами это и обсуждали. Министр иностранных дел забил, сказал, пошли нафиг. Первый день с собачкой по Киеву гулял, потом еще. А вообще, что он в Пирятине на заправке беляши кушал? Почему ему лопату до сих пор не выдали, и он не показывает, как хорошо, что страну хорошо, с лопатой? В Полтавской области, а не где-нибудь сразу же за границей. Ну, человек позволил себе отдохнуть. Не, он ехал, я так понимаю, на родину. Вопрос не в том, почему без лопаты. Мог бы поехать на свою родную Сумщину с лопатой, показать, как родину защищать лопатой. Поэтому тут вопрос, смотрите, вопрос по Стамбулу упирается в то, что это все говорит кто-то. Говорит Путин. Говорит Нуланд, говорит Шойгу, говорит там Дэвид Браун, чуть-чуть подтвердил. Парламент для чего? Почему участники... Он говорил, что парламент это не место для дискуссии, но говорил он о Госдуме. Ну вот, понимаете, а у нас получается... что, ну, это то, о чем я говорил. Смотрите, в 14-м мы шли защищать страну со свободой слова, за свободу мысли, предпринимательства, всего. Мы хотели, чтобы у нас была парламентско-президентская республика. Парламентская. Мы сейчас видим, как парламент превратили в мусорку. Более того, вот вы же видели, там публикуют, Шахеда где-то упал, там сбили. Жанский же опубликовал. Да. Сбили Шахед возле парламента. Дорогие друзья, я не верю. А я вот не верю. Я вам честно скажу, я не верю. Почему я не верю, я вам объясню очень просто. Потому что у нас ситуация с этим Шахедом выглядит так. Никто не бил по правительственному кварталу ничем. Ну, вообще ничем. Парламент не уходил в зал сессионных заседаний, которые есть под землей. Есть под землей зал сессионных заседаний. Я не буду говорить тех, кому надо, те знают. Но он есть. Они туда не уходили. Более того, ну я думаю, зачем бить по парламенту ночью, когда он пустой? А почему шахетами, а не высокоточными ракетами? Ну такая ситуация, такая, знаете... Ну, накануне было заявление Зеленского, он высказал сожаление, что мы не можем наносить удары по Кремлю. И тут типа прилетают в парламент, и вот я ожидаю, будет массовый удар по Кремлю или нет. Я за то, чтобы был, только эффективно. Я хочу увидеть, чтобы это подтвердилось. Тогда у меня будет вопрос, зачем запчасти принесли под Верховный Совет. Смотрите, хочу прорекламировать своих друзей-волонтеров с Кременчуга, которые при поддержке наших промышленников, предприятий выпустили очень нужную гуманитарную вещь. Это магнитный прибор Edelweiss номер 52. Он выпускается не для продажи, его оплачивают промышленники наши. В него входят приспособления, которые помогают
вытаскивать осколки с раненых бойцов, с раненых людей. Используется в практически всех украинских клиниках, используется в институте Шалимова нашем. И, знаете, я очень благодарен ребятам с Кременчугского волонтерского штаба обороны за, ну, это действительно, мне медики за границей даже говорили, что это прорыв именно в хирургии, который позволяет не полосовать там человека, а точечно вынимать осколки. Вопрос другой. А может быть государство как-то на поток поставило или что? Но государству к этому дела нет. Этим занимаются волонтеры, за что им очень большое спасибо, ребята. Вот и те, кто финансирует, промышленники украинские. Да, огромнейшая благодарность нашим волонтерам, потому что без них бы точно не выгребли. Игорь Васичук был вместе с нами. Друзья, к инициативе, к благотворительности, к помощи, пожалуйста, если есть такая возможность и желание, пожалуйста, присоединяйтесь. Оставайтесь вместе с нами, берегите себя, всего доброго.